первом круге игр в мае она повыиграла у Олимп-Универспорта со счетом 1-0. Настрой на победу был и в этой игре. В первом тайме сборная из краевой столицы провела ряд опасных атак, но успехом они не увенчались. Первый тайм завершился со счетом 0-0. Во второй половине матча анапские спортсмены переломили ход игры. Однако все мощные удары в ворота соперника так и не принесли желаемого результата. Счет открыть так и не удалось. Матч завершился с нулевым счетом для обеих команд. Напомним, что анапский футбольный клуб еще не потерпел ни одного поражения. 35 очков и первое место в турнирной таблице. Но до финиша еще далеко. Следующую игру городской футбольный клуб «Анапа» проведет в субботу 5 сентября в селе Витязево, где сразится с командой «Понтас».